Перекручиваем зелень с луком. Перекручиваем говяжий фарш. Перекручиваем куриный фарш. Это у меня куриная грудка. Всем привет! Мы приветствуем наших постоянных зрителей, подписчиков, тех, кто к нам только присоединился. Напомню, что Леша на диете Дюкана похудел на 52 килограмма. Вес он удерживает. Питание у нас, в общем-то, сейчас здоровое. Леша считает калории. Все это мы рассказываем в своих видео. И снимаем в основном рецепты. Сегодня у нас очередной рецепт. Это на атаку. Блюдо, которое можно использовать на такой плотный хороший завтрак, такой перекус, даже такой полноценный обед. Блюдо, как всегда, у нас все просто, никаких сложностей, никаких продуктов неизвестных нам. Все просто. Итак, нам понадобится, то есть можете сделать только куриный фарш, только говяжий, можете смешать между собой, то есть это уже ваша фантазия. Я вам покажу, как приготовлю сегодня я. Здесь у нас 200 грамм фарша из куриных грудок, 200 грамм говяжьего фарша, перекрученный лук с зеленью, 2 яйца, соль, перец и капелька растительного масла. Масло растительное Дюкан разрешает. Смотрите видео, читайте, изучайте, спрашивайте. Значит, фарш мы добавляем, ну, где-то по столовой ложке. Здесь смесь у меня лука, петрушки, кинзы. Если вы не любите зелень, потому что, ну, вот я начинаю рассказывать, допустим, рецепт, и добавляете кинзу. Ой, нет, я не буду готовить, я кинзу не люблю. Ну, милые мои, здесь же вы основной ингредиент не кинза, основной ингредиент – это фарш. Вы можете не добавлять вообще ни лук, ни зелень, и сделать просто из чистого фарша. Ну и все, мы теперь нужно посолить по вкусу. Поперчить. Милые мои, перчу, солю по вкусу, по нашему. Едим мы соль немного, поверьте мне. Мы следим за своим здоровьем, за своим питанием, поэтому не напрягайтесь. Все, перемешиваем. В этот момент ставьте сковородку на огонь. Пусть она хорошо разогреется. Опять же, если вы используете там сковородку с антипригарным покрытием, и она не требует смазывать маслом, и вы не хотите этого делать, не делайте. Но я всегда и на атаке, и в самом начале диеты, и на протяжении всех потом периодов, этапов диеты, масло растительное мы всегда используем. Оливковое, льняное, растительное. Масло для нашего организма – это необходимый продукт. Мы все-таки за здоровое питание, похудеть и при этом не навредить своему здоровью. Сковородка у нас не с антипригарным покрытием, она у нас металлическая была. Тут какая-то определенная сталь очень хорошая. Я называла ее голубой, кто-то меня поправлял, говорил, что она не голубая. Сковородка была такого стального цвета. Используем мы ее уже лет 7 или 8. Есть видео «Сковородка из голубой стали». Очень хорошая сковородка. То есть вот этот нагар, который образуется, это и есть потом антипригарное покрытие получается. Такое натуральное, что называется. Я на самом деле, я против вот этих тефлоновых покрытий. Вот я за такие сковородки. Разбиваем яйцо. Ну, это нужно его приготовить заранее. Итак, сковородка разогрелась. Добавляем, ну, чайную ложку растительного масла. Распределяем по всей поверхности. Теперь берем фарш, выкладываем на сковородку и распределяем в блин, чтобы получился у нас такой блин мясной. Постарайтесь, чтобы он был такой равномерно распределено мясо по поверхности сковороды, чтобы он получился одной толщины. Уменьшаем огонь и оставляем выпекаться с одной стороны. И потом будем переворачивать. Теперь блин переворачиваем. И сюда немножко взбиваем яйцо. И заливаем. Теперь накрываем крышкой и оставляем до готовности.
Если вы на чередовании, пока готовится наш блин, мы готовим начинку. Начинку вы можете использовать любую. Листья салата, любые овощи, зелень, какие-то соусы. Все, что вы хотите. У меня сегодня огурец, помидор, капуста, лучок будет, зелень. Ну, в общем, такой салат наборный. Все, что есть в холодильнике. Так, смотрим, что получилось. Для чистоты эксперимента мы еще раз перевернем этот блин. Вот так. И буквально минутку, и готово. Все, наш блин готов. Мы его снимаем. Ну вот мое антипригарное покрытие подвело меня немножко. Но ничего. Все. Блин наш готов. Вы можете его съесть вот так вот, в чистом виде. Вы можете использовать, вот у меня здесь соус. Это горчица и йогурт. Вот так. И накрываете. Вот таким образом. И сейчас мы приготовим второй блин. Он уже будет на, допустим, чередование. Итак, здесь у нас полкило фарша, примерно по 250 грамм куриного и говяжьего. Зелень с луком. Ну, здесь получится где-то примерно 3 столовые ложки. Это где-то одна средняя луковица и зелень. Опять же, перец, специи вы можете использовать какие угодно. Приправа для фарша, еще там, что вы используете. И соль. Ну, в общем, принцип тот же, как и с куриным фаршем. Просто я вам хочу сказать, что если вы отдельно говяжье будете использовать, то попробуйте добавить яйцо, потому что в таком виде, как вот с куриным фаршем, отдельно с говяжьим не получится, а говяжий фарш будет разваливаться. А сейчас мы смешаем с куриным, и он будет более такой податливый. Все перемешиваем. Сковородка у нас стоит, уже нагревается. Фарш готов. Сковорода у нас нагрелась. Вот берем примерно также 200 грамм. И быстро-быстро распределяем. А эту ложку мочить, например? А, не прилипает. Можете намочить ложку, но здесь все-таки масло присутствует. Могут быть брызги и ожоги, поэтому... Нет, фарш не прилипает к ложке. Все очень достаточно просто. Не спеша, аккуратненько. Если вот у вас не получится прям, ну никак перевернуть, то вы вполне можете разделить там на две части этот блин и перевернуть, и потом собрать его. Вот такой вот у нас получился блин. Ждем, когда он приготовится. Так, теперь мы этот блин переворачиваем. Вот так. И сверху мы заливаем яйцом. Так же, как и с тем блинчиком. И накрываем крышкой. Огонь при этом мы уменьшили. У нас на минимуме огонь. Итак. Вторая сторона у нас тоже приготовилась. Теперь буквально на там несколько секунд мы перевернем еще раз. Вот. И можете уже огонь выключить. Сейчас чуть-чуть прихватится яйцо. Ну все, снимаем наш блинчик со сковороды. Вот так. Значит, первый наш блин – это фарш из куриных грудок. Здесь мы смазали соус, это у меня йогурт с горчицей. Еще на атаке можно там на человека одну луковицу, можете замариновать лучок, и тоже будет очень хорошее дополнение. Вот такое блюдо у нас получилось. Очень вкусно! Ну вот, Леша всегда говорит, что это блюдо ему напоминает шаурму. Не знаю как, но, в общем, приготовьте. Я думаю, что вам понравится, очень вкусно.
Теперь продегустируем блинчик из говяжьего фарша. Здесь у меня вот салатик. Выкладываем салат. Вы можете также сначала намазать каким-нибудь соусом, но у нас будет вот такой мясной, овощной обед. Накрываем. Вот такое блюдо у нас получилось. Всем приятного аппетита! Худейте с удовольствием! Пока! Масло по дюкану можно. Смотрите предыдущее видео. На атаку можно зелень? Ты должна добавить, что зелень, кстати, тоже на атаке-то можно. Ну, только, ну... Не, ну, что-то. Убью. Хочешь, остановимся. Так, не надо все.